Всем привет! Сегодня он разбирал там находки. Ну, интересная вещь попалась. Очки одни, это уже пойдет в очередную коллекцию. Это только мужские очки. Женских раза в три больше. Ну, там отдельно я их не выставлял. Солнцезащитные как-то продавать смысла особого не вижу. Часть в подарок ушла, женских много в подарок ушло. Мужские одни только подарил. Ну, и там лежат и лежат, есть не просят. Рыболовные немного тематики там разобрал. Фурнитура отдельно. Там, в принципе, ничего. Там несколько поводков, бомбарда и фурнитуры немножко. И попалась вот такая вот очень интересная штуковина. Думал, что за странный кран. Только выловленный, еще мокрый. Медная часть. Думал вообще даже распилить вот эти уши и сделать буллеры. Но потом посмотрел в интернете патент. Так, надеюсь, видно будет. Это запчасть от подводного шлема. Старинного, антикварного, с которым раньше аквалангисты, водолазы погружались на дно. Вылыл в камнях, просто торчало, песок подмыло в одном месте. И вот такая часть странная была немножко. У меня немножко еще уши заложены, так что не особо слышу сам себя. Сейчас поближе. Патент 191-967-792. И вот надписи БТЕ. В интернете выдает, наверное, поставлю на картинку. Шлем и вот с этим. Не знаю, что он закрывает. Часть шлема. В общем, такая интересная находка. Весит 300 грамм, я вообще не представляю. Там шлем это, наверное, килограмм 50 весил. Здоровые людишки погружались. Не считая, там даже груза, еще ботинки свинцовые. В общем, люди были довольно сильные, чтобы со всем этим барахлишком погружаться на дно. И все это было очень опасно. Так что, очень приятная находка. Видно ее время. Шторма пообтесали, сколько она там лет лежит, черт его знает. Ну вот, до сих пор выдает. Глубина около 4 метров была. Погружение там небольшое, ну, где я нырял. 4, может, 4,5. Но подмыло песок, и между камней, еще раз повторюсь, вот такая штука вылезла. Сначала подумал, что какой-то кран от корабля. Но оказалось все намного интереснее. Ну, вот так, небольшое видео. Может, кого заинтересует, тоже интересный подводный поиск. Всегда не знаешь, что найдешь. Ну и так вот. Всем удачи, всем пока. Ну, очки не снимал. Вот такое вот количество. Там еще, по-моему, одни убраны. Ну, в общем. Так потихоньку, полегоньку набирается коллекция всякого барахла. Всем удачи еще раз, всем пока. Вещи очень интересные, на мой взгляд.